Чебоксары присоединились к программе МГИМО «Международная школа молодежной дипломатии». Сегодня было подписано трехстороннее соглашение между представителями вуза, столичной администрации и директорами школ участниц проекта. Полиглот, психолог, эрудит, в общем, дипломат. Все эти ребята уже решили проявить себя в международных отношениях. 10 школ Чебоксар – площадки реализации проекта. Все расходы по участию в программе взял на себя городской бюджет. Тот проект, который стартовал в городе Чебоксары, в Чувашской республике, он действительно первый. И первый с точки зрения доступности для школьников по прохождению тестирования, по написанию сочинений и по равным условиям для получения профпрофессионального образования. «Юный дипломат» – один из конкурсов программы Московского вуза. Он проходил в два этапа. Первый – заочный. Школьники писали эссе на тему «Почему я хочу работать в системе международных отношений?» Второй – тестирование. Из 350 участников осталось сотня. А те, кто занял призовые места, получили путевки на выездные сессии международной школы. Дима Памиков стал лучшим. Его ждет поездка в Австрию. Я считаю это своим большим достижением. Благодаря этой поездке я планирую получить необходимый опыт, который, я считаю, пригодится мне в моей будущей жизни. Для меня дипломат – это в первую очередь психолог. То есть человек, который может найти подход к любому человеку, найти общие темы для разговора. На мой взгляд, именно от этого умения зависит решение важнейших вопросов современности. Сейчас у ребят началось обучение. Оно состоит из двух модулей. По итогам выберут сильнейшую команду из 10 юных дипломатов, которые представят республику на российском уровне. Отличительной особенностью нашей программы является организационно-деятельностная игра. И игра длится круглосуточно. Помимо всего прочего, конечно же, это еще не только вот какие-то формальные вещи, но еще неформальные навыки, компетенции, которые в дальнейшем позволяют ребятам ориентироваться и быть более конкурентоспособными, чем все остальные. Одна из основных целей школы МГИМО – найти одаренных и талантливых ребят в регионах. Проект действует уже 10 лет, и результаты очевидны. Квалифицированных специалистов в области международных отношений становится все больше. Татьяна Леонтьева, Игорь Зверев, Республика.